Так, что-то я захотел водички. Надо бы пойти на кухню и попить водички. О, боже мой, кто это у меня по дому ходит? Ладно. Так, я хочу попить водички. Так, это у меня... О, вот он. Погоди. А, чайник только есть вода. Окей. Так, сейчас вот кружки. Сейчас сюда поставлю и... Это что за звуки были? Ой, мама, кажется, слышала. Так, я не поняла. Это что за звуки сейчас были? Ну-ка, ну-ка. Ах ты, маленький проказник. Мама, да это не я, это... Так как это не ты, когда никого, кроме нас, с тобой дома нету? Я там на диване телевизор смотрела. Мама, у нас, ты знала, в доме пришельцы живут. Так, все, Джордж, не рассказывай мне. Это все сделал ты. Ты не я это сделал. Ты сделал. Ну ладно, мама. Так, что-то... Боже мой. Че у меня мама такая злая? Ладно. Так. Так. Так, 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 так. Нужно бы пойти. О, машинка. Что это за ржавый скрип был? Ё-моё, он что, в гараже? Нет! Я слышу мамины звуки. Нет! Ну вот, кто тебя сюда просил приходить? Объясни мне русским языком, маленький ты мой человечек. Да, мам, да это не я, она сама открылась. Да елки-палки, сколько тебе раз повторять? Только ты и я дома. Что ж ты не понимаешь, ё-моё? Да я это не я, мам. О, Господи, мне что, как с тобой, как за ручку тебя водить, что ли? Хорошо, давай, иди в школу. А чего ты, кстати, не пошел сейчас в школу? В смысле, не пошел в школу? У нас сегодня первого урока нету. А, ну тогда ладно, сейчас иди. Ладно, хорошо. А ты мне чего-нибудь поесть дашь? Нет, Джорджик. Ну ладно, в школе поем. А, нужно быстрее бежать. Осталось немножко и... Здравствуйте, извините за опоздание. Можно войти? Эй, ты чего опаздываешь? Да я это не я опаздываю, это кто-то другой. Ну вот скажи, пожалуйста, вот дети же видят? А где тут дети? Ты чего, Джордж, ослеп, что ли? Нет, я не ослеп, можно войти? Дневник на стол. А за что? А за то, что опоздал. Ладно, держите дневник. Все, ладно. Какая там новая тема, училка? Ну, я пришел домой, только я грустный. Ну, да что мне дневник? Ну, опоздал на 5, на 10 минут, ну и что? Ой, мама, привет, ты что делаешь? Да вот список пишу, чтобы ты в магазин пошел и купил много всего. Что там по школе? Ну, я сегодня опоздал и... Короче, мне написали в дневник замечание. В смысле тебе? Мама, да это не я. Да в смысле? Вот, дай мне дневник. Да, написано. Ты не мой дневник. Да как не мой, елки-палки, подписано. Джорджик. Ну, в общем, ладно. Папа придет сегодня вечером и с тобой разберется. А ты пока пойди в магазин, держи список. Спасибо, мам. Пошел я, короче, в магазин. Так, ну вот я и пришел в магазин. Надо бы поскорее бы всего купить. Так, мама сказала, что нужно новую майку для папы. Хорошо. Здравствуйте, продавец. Здравствуйте, что вам надо? Пожалуйста, можно мне маечку? Какую, черную или красную? Вас что, все разобрали? Ну ты чего, малой, хотел? Так какую тебе? Сейчас я выберу и сам поднесу и заберу. Так, ну чтобы папе нашему подошло. Красно-синим или черно с голубым? Наверное, эту возьму. Ёлки-палки, малой, что ты там уронил? Ты что, зачем ты стойку уронил?
Ну это не я. Ёлки-палки, да только ты тут и я. Как это не ты? Вот, держи свою форму. Сколько у тебя есть? У меня 1000 рублей. Как раз подходит. Окей, хорошо, спасибо и до свидания. Так, ну у меня кое-что есть. У меня есть одна идейка. Я хочу маршмеллоу пожарить. Мы сегодня зи после школы договорились, чтобы, короче... Что мы, короче? В общем, мы хотели маршмеллоу пожарить, так что мне нужно купить зажигалочку. Сейчас вот она подходящая. Так, покупаем. Отлично. Пойдем маршмеллоу езди. Все, я побежал. Слушай, Джордж, а где ты зажигалку нашел? Моей сестры даже не было. Не нашлось. Ну, это я в магазинчике купил. Ну, понятно, повезло. Ну что ж, Джорджи, за эту штуку... За какую штуку? Ну, за мою 5 по математике в четверти. А, ну да, давай. За эту самую штуку. Алло, мам, да? Ну, мы тут, зи, как скажем, костер тут маршмеллоу жарим. В смысле, идти домой быстро, немедленно? Окей. А, там папа только будет дома? Хорошо. Зи, мне пора, короче. Ладно, я тоже к сестренке побежала. Пока. Хорошо, пока, зи. Я тоже побежал. Так, ну вот я и дошел до дома. Нужно быстро идти к этому, к папе. Что-то он, наверное, хотел. Привет, папа. Что ты хотел? Подойди-ка сюда, поставь свою попку. Интересно, он, наверное, сюрприз приготовил. А, это за что? Это за замечание в дневнике. Ой! А это за спички и зажигалки. Да это не я, папа, это всю зи.